посел направляет в первую очередь господину Исаеву и Бусурину, а также добавим еще кому. Мы просим и требуем уже перенести строительство индустриального строительства Столыпинского парка. Мы жители поселков Жасминный, Соколовый, Дачный, Вилшанка, все этим обеспокоены. А также жители садоводческих товариществ. Мы требуем перенести строительство Столыпинского промпарка, прекратить вырубку деревьев в зеленой зоне «Золотая долина», обустроить в поселках необходимые социальные объекты, отремонтировать старые, построить новые дороги в поселках и СНТ. Чтобы вы понимали, городские люди, у нас этого нет. У нас нет освещения, в принципе, на многих улицах, нет пешеходных зон, у нас нет дорог. Просто, чтобы вы знали. Организовать парк на территории зеленой зоны «Золотая долина». Также обеспечить бесперебойную подачу воды в поселке и СНТ. Чтобы вы понимали, просто жители города, да, куда вышли, если у нас в поселке Поливанов, в принципе, нет канализации. То есть это настолько вот на окраине мы находимся, что у нас ничего этого нет. Коммуникации у нас практически нет. Также мы требуем обеспечить наиболее эффективное для экономики и предприятий Саратовской области расходование федеральных и региональных средств, выделенных на строительство Столыпинского промпарка, поскольку вся информация по Столыпинскому индустриальному парку засекречена. Мы не можем добиться ни через совет пяти поселков, ни через совет ПРИСИ, мы не можем добиться элементарного в общедоступное место, до сих пор проект не выложен. То есть его никто, по сути, этот проект, в том виде, в котором он есть, его никто не видел. Потому что это, по всей видимости, мы не знаем, что там, понимаете, обязаны выложить, а что, почему это не делается, мы не понимаем. И информации какой-то нет. До сих пор этого проекта нигде в общедоступном месте нет. Мы требуем от прокуратуры и надзорных органов проверить действия чиновников районной администрации, администрации Саратова и правительства Саратовской области по организации стройки Столыпинского промпарка. На коррупцию и эффектное расходование бюджетных средств. Благодарим вас. Пожалуйста, поднимите руки. Проголосуем за резолюцию и по итогам митинга ее отправляем. Я хочу добавить большинство. С дополнениями выступающих. С дополнениями выступающих мы отправляем резолюцию. Благодарим вас. Всего доброго.